Привет! Сегодня у меня на обзоре газонокосилка Zuber, которая идеально подойдет для ухода за твоим газоном. Я детально изучил ее возможности, протестировал в разных условиях и теперь готов поделиться своими впечатлениями. Обязательно оставайся с нами, будет интересно! Газонокосилка отличается удобством использования благодаря облегченным колесам и эргономичной рукоятке, которые обеспечивают ее перемещение по газону. Все органы управления удобно расположены на рукоятке, что обеспечивает не только удобство, но и повышает безопасность работы. Особенно полезной функцией является индикация уровня заряда батареи, позволяющая визуально оценивать оставшееся время работы, что предотвращает неожиданные остановки. Не забудь заглянуть в описание под видео, там ты найдешь ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод для выгодной покупки. Перейдем к особенностям газонокосилки, которые делают ее отличным выбором для ухода за газоном. Прежде всего, она работает на аккумуляторной системе C1 18 вольт, что делает ее удобной и экономичной альтернативой бензиновым и электрическим моделям. Нет необходимости постоянно покупать топливо или беспокоиться о длине шнура, а также гораздо меньше шума, вибрации и никаких вредных выбросов. Мощный двигатель с напряжением 36 вольт обеспечивает быструю обработку газона, а оптимальная ширина кошения снижает нагрузку на устройство, увеличивая его срок службы. Бесщеточный двигатель Brushless обладает высоким крутящим моментом и КПД, низким энергопотреблением, что позволяет работать дольше на одном заряде, а также имеет высокую степень защиты благодаря интеллектуальному управлению. Аккумуляторная система C1 18 вольт повышает производительность на 50%, не имеет эффекта памяти и потери мощности в процессе работы. Быстрое зарядное устройство заряжает батарею за 1,5 часа благодаря току до 2,4 ампер. Травосборник поддерживает частоту на участке и упрощает утилизацию травы. Сигнализатор наполненности подскажет, когда его нужно опустошить. Функция мульчирования позволяет создавать удобрение из скошенной травы. Широкий диапазон и ступенчатая регулировка высоты кошения дают возможность адаптировать газонокосилку под различные условия. Нож специальной формы создает восходящий поток воздуха, поднимая полегшую траву, направляя ее в травосборник и даже собирая опавшие листья. Для безопасности при потере контроля над машиной режущий инструмент и двигатель мгновенно останавливаются, а тормоз двигателя обеспечивает мгновенное прекращение вращения ножа при отключении питания. Эти особенности делают газонокосилку надежным и удобным инструментом для ухода за газоном. Теперь давай посмотрим, что владельцы думают об этой газонокосилке. Я собрал основные плюсы и минусы по их отзывам. Минусы. Неудобно разбирать после работы. Часто приходится вытряхивать травосборник. Колесики как от детской машинки. Плюсы. Хорошая мощность. Долгий заряд аккумулятора. Мягкий травосборник. Отсутствие проводов. Низкий уровень шума. Мобильная и легкая. Удобная в управлении. Отлично косит даже высокую траву. Экономит время. На этом все. Надеюсь, этот обзор был полезен для тебя. Не забудь, что в описании под видео есть ссылки на проверенные магазины и скидочный промокод. Пиши в комментариях свое мнение об этой модели. Мне интересно узнать твои впечатления. Если хочешь видеть больше обзоров, подписывайся на канал и ставь лайк. До скорых встреч!